Работа данного закона – именно простота для граждан нашего города, нашей области, для того, чтобы снимается вот эта бумажная волокита, которая им была необходима в виде заявления и так далее и тому подобное. Сейчас, благодаря этому закону, будет сделано так, что все, кто имеет право и льготу по данному закону, по транспорту по данному закону, будет его получать, ну, будем сказать, что автоматически.